Александр Александрович, у нас вот на ПДС всегда присутствуют все службы, которые обслуживают город, от которых жизнедеятельность города зависит. А не кажется ли, что было бы правильно, чтобы на ПДС у нас присутствовали представители регионального оператора, поскольку мусорный вопрос у нас регулярно поднимается здесь? Можно ли как-то это сделать? Скажу вам честно, что мы регионального оператора приглашали не единожды. Здесь у нас представители есть в основном только те, которые работают на заводе по переработке сортировке отходов. Я готов со своей стороны еще раз делать предложение о присутствии представителя рекоператора на ПДС, но не знаю, какой будет ответ. Мы по жилинспекции такую же просьбу иной раз направляли, но тем не менее не было такого инспектора, к сожалению.